прямиком в сугроб. Днем 18 февраля на улице старшего лейтенанта Житкова водитель, управляя автобусом «Фиат» 29 маршрута, не справился с управлением и врезался в снежный вал. На момент ДТП в салоне находились пассажиры. В результате столкновения пострадали 3 женщины. Их с ушибами разной степени тяжести доставили в лечебные учреждения. В госавтоинспекции уточнили, водитель был трезв. Стоит также отметить, что улица, на которой произошло происшествие, в плане движения автобуса номер 29 отсутствует, то есть водитель по какой-то причине покинул свой маршрут. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Информация по отклонению от маршрута движения направлена в Государственный автодорожный надзор для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Информация по факту формирования снежного вала направлена в Управление благоустройства администрации города Иваново для принятия мер реагирования.